Всем привет, с вами канал AlexDNPro, и в этом выпуске вы увидите битву с очередным боссом, то есть в данном случае это будет последняя зона в уровне, а также небольшой прокач нашего клея и многое другое. Ну, давайте для начала начнем все-таки с прокача, потому как уровень предстоит сложный нам, тяжелая битва. Давайте его чуть-чуть подкачаем. Аксель, как вы видите, у меня недостаточно пока еще для его улучшения чертежей. А вот Клей уже готов получить 5-й уровень меча. О, да, 5-й уровень — это хорошо. Но 6-й уровень, посмотрите, какой будет меч у него. Желтенький, вот прям как на картинке, да? Ништяк. Так, и давайте получим ему вот шлем, конечно, сейчас будет просто сказочный. Я бы даже сказал, один из самых лучших. Такой. Голубенький такой, прикольный. Так, значит, с Клеем разобрались. Все, Аксель у нас тоже заряжен на удар. Я думаю, можно начинать. Кстати, насчет Некса сил. Вы могли уже видеть, на нашем канале есть видео с новыми Некса силами. От Мерлока. Вот. В данном видео я представил всего лишь 4 из новых Некса силы. Потому как сейчас все равно их еще использовать нельзя, к сожалению. Не вышло еще обновление игры. Но надеюсь, когда выйдет обновление игры, я добавлю новых Некса сил. Собственно, все, которые имеются. И можно будет их уже начинать сканировать. Просто сейчас они еще не сканируются. Вот такая вот проблемка. То есть посмотреть, как они работают, тоже пока не удается. Итак, кто же здесь? Так, смотрим. Боевые доспехи. Так, ну боевые доспехи, понятно, Клей. Кстати, войти в LEGO ID еще пока не пробовал на этом аккаунте. Надо будет с этим зайти. Ну, я, наверное, уже... после Нового года зайду. Ой, какой, смотрите, страшило какой прям. Гаргулия, да? Так. Нексосила. Запретная. Так, комбасик. Давайте посмотрим, какой комбасик мы можем выбрать. Сейчас что-нибудь красненькое. Так, комбасик, комбасик. Вот мне больше всего нравятся вот эти растущие стычки воинов. Невероятный урон. То есть в любой ситуации спасают. В данном случае предлагаю использовать именно ее. Комбо хуже некуда. Ага. Ну что ж, давайте все-таки возьмем что-нибудь другое. Раз уж такая пошла история. Так, ну, давайте возьмем первый вариант. Так. Базовый, так сказать. Пиу-пиу-пиу-пиу. Пип-пип-пип. Да. Еще посмотрим. Еще посмотрим. Вот такой вот вариант. А ну-ка. Ну да. Ну ладно. Используем это. Просто на этом аккаунте, как я уже говорил, у меня мало чего есть. В данном случае комбо силы я не сканировал. Хотя, опять же, на канале есть видео с комбо силами, в которых есть обычные комбо силы. Есть комбо силы, состоящие отдельно из запретных сил. Вот, то есть на любой вкус, так сказать. Ищите, сканируйте. Так. Громовой раскат. Это что-то серьезное. А ну так. Летим навстречу. Опа! Хе-хе. Так, вот это серьезно. Бой первый. Кто это такие? На, получи. Бах! Вот, кстати, когда используется... боевые доспехи, все монстры становятся сильнее, ну, раз в 5 минимум. Те же вот первые чудики даже, да, у них сразу становится несколько тысяч жизней вместо нескольких сотен. На, по шапке получил. Все, сбили ему корону каменную. Дальше можно начинать уже его... смотрите, как он быстро бьет нас. А он использовал какой-то типа суперудар. Так.
Вот видите, 4000 еще потом вклепал его, и он еще бегал до сих пор. Так, можно использовать комбо-силу. Но я обычно смотрю, как по раундам получается. Если 3 раунда, то я использую комбо-силу сразу. Когда 2 раунда, то пытаюсь все-таки додержать до босса, потому как непонятно, когда во втором раунде появится босс. Бывает такое, что это происходит буквально сразу, а бывает такое, что нужно пройти весь второй раунд по длительности боя, который будет равносилен первому раунду. Итак, вот такой вот деревянный сундучок. Тут что-то выпадает у нас. Ну, как бы ничего интересного, только осколки памяти Мерлока. То есть ресурс для улучшения. Кстати, вот смотрите, тут можно сюда зайти и... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, прям... Ой-ой-ой-ой-ой, видели, да? Как опасно здесь находиться было. Сразу и головокружение какое-то началось у нашего Клея. И уроны сразу пошли. Да, вот, собственно, так и получилось. Босс буквально ждет нас. Генерал Гарк сейчас будет получать люлей. Давайте навалим ему. Валюме. Так. Полагаю, самое время использовать нашу комбо Некса силу. А, вот так вот, вы видели, да? Не подействовала наша комбо Некса сила, потому что этот генерал стоял на платформе. Полагаю, нужно сначала разрушить все платформы, а потом уже бить этого генерала. Так. Что он такое вытворяет, прям? Сильный герой, я вам скажу. Этот антигерой, так сказать. Точнее. На, злодей. Да что ж такое? Что ж он не бьется, это ничего. Да бью его, а урон не наносится. Короче, нужно разрушить сначала все вот эти вот постаменты, так сказать. Очень-очень странно. Но, в принципе-то, и сам этот генерал, как бы, мне не очень-то и много урона наносит. Что тоже очень хорошо с моей стороны. Прямо летчик невероятный. Летчик на летчик. Так. Да что ж такое? Понятно. Когда он использовал эту способность, он становится, опять же, неуязвимым. Вот такой вот чудной у нас босс. Но его дни уже сочтены, так сказать. Сейчас мы разрушим еще одну башню. Поближе надо подойти. Так. И после чего перейдем уже к активным действиям, так сказать. Но башня что-то не спешит рушиться. В чем дело, не пойму. Так, может, все дело в приспешниках. Может, их нужно тоже победить для начала. Точно. Сначала необходимо было победить всех приспешников, а затем уже победить самого босса. То есть сбить его, точнее. Уходим от атак. Уже трижды атакует наш генерал Гарк. Очень-очень опасный босс. Но таких боссов у меня еще не было. Победить его действительно сложно. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Электрический злодей. Так. О, кого это он такого призвал? Ничего себе. Вот это хитрец, да? Хитрец так хитрец. Чудик какой-то запускает бумеранги. Или тут их даже несколько этих, или один, я не пойму.
Да, один чудик. Запускающий бумеранги. Так, все, пора бить башню, пока он уязвим. Еще 6000. И все, теперь используем нашу комбо-силу. Такое вот дыхание дракона. Ха! И все. А вначале такой непобедимый казался. Так, что у нас тут? О, тут насыпали не кисло, да. Прям солидно. Так, давайте посмотрим, что здесь. Так, ну получили новый уровень, это хорошо. Да, так, что еще? Ну, комбо-силы, понятно, у меня повышены. Так, меч для Клея. Это отлично прям. Вот я вот обожаю Клея здесь улучшать. Вы, наверное, уже догадались. Но ничего интересного не выпало. То есть Клей не улучшился, так сказать. Не хватает чертежей. Так, и посмотрим, давайте, что же у нас такого открылось. Так, ну это понятно. Аврумвиль. Ну, пока как бы не будем его использовать. Так, есть вот такая вот 3-9 зона. Устрашающий разрушитель Клея. Так, 3-9 зона. Давайте же попробуем ее пройти. Что здесь за злодеи будут? В чем будет секрет? Кстати, сейчас уже появились такие маленькие злодейчики, которые атакуют с дистанции и перемещаются, защищаясь тем самым от разрушительных ударов Акселя. Очень неудобны для Акселя противники. И при этом они еще имеют большое количество очков жизни. Аксель красавчик, да? Так. Опять какой-то технопарк у нас здесь, или что это, непонятно, какой-то цех сборочный. Так. Какие-то стеллажи с ящиками тут стоят. Склад, наверное. Ого, сколько пауков. Надеюсь, у Акселя нет арахнофобии. Да, Аксель молодец. Молодчина, да, такой сразу? С одного удара четверых пауков. Вот эти вот, видите, чудики? И атакуют с дистанции, и еще и уходят от сильных атак. За ними еще приходится побегать. На, получай. Плюс они еще какие-то магии используют, непонятные, с этими запретными силами. Ну, как говорится, хороший топор всегда найдет путь к свободе. Проложит путь, так сказать. Так, еще викинги об этом знали. Поэтому ничего не изменилось с тех пор. Но Аксель, он, скорее всего, не на викинга похож, а вот похож на германца, так сказать. У германцев были такие вот племена, как готы, да? Там еще были разные галы в лесах, которые жили. У них были здоровые такие мужики, шлемы с рогами. Так. Очень-очень неудобные эти соперники. Хорошо с ними справляется, кстати, Аран, который тоже является героем дальнего боя. Вот и зажали. От меня уже не уйти. Все. Так. И магия даже не помогла. Кстати, как вам музончик, да? Такой именно, как это называется, энергичный, да?
Так, сундучок. Проверяем, что же здесь в сундучке. Нажимаем кнопочку. Опа! Любимая куриная ножка. Плюс 2000 жизней. На пустой желудок воевать очень-очень сложно. Особенно Акселу. Так, Аксель продвигается дальше. Так, что же здесь у нас? Кто же? Шипованные колобки. Так, еще кто? Пауки всякие. Вообще, как бы, я считаю, что здесь уровень сложности как бы не до конца сбалансирован, так как у монстров тысячи жизней, а урона они наносят всего лишь там на десятки. 50, 60, 70, 40. Зачем тогда делать им такие жизни огромные? Но, с другой стороны, если бы у них урон был покруче, не факт, что мы бы смогли бы их победить так легко. Я бы даже больше вам сказал. Не факт, чтобы мы их вообще смогли победить. Так, используем вот такую вот штуку. Не работает на боссов. Ай-яй-яй-яй-яй. Что за некса-сила такая, которая подбрасывает в воздух всех, но на боссов не распространяется. На, получай. Хоба! Хе-хей. Да, что-то какой-то босс, ну, совсем плохой нынче пошел. Так, ну что ж, открываем еще один сундучок. Так, что же здесь? Так, 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 осколки и два бронзовых свитка. Так, что же тут у нас такое? Новый уровень. Почти за каждую зону мы получаем по уровню. Так, наконец-то завершили апгрейд наших некса-сил белых. Так, золотой свиток. Итак, это у нас оружие для Мейси. Бронька для Клея. Так, пистолет Тарана. Штанишки, вот штанишки Клея. Да, собирать еще долго-долго. О, еще один чертеж. И у Аксла появится новый шлем. Так, ну здесь, пожалуй, все. А вот что касается Некса сил, давайте посмотрим, что же у нас с ними случилось. А именно, какой уровень у нас теперь будет у наших новых Некса сил. Что происходит? Что происходит? Это что такое? Ой, я что-то перепугался так. Ну, как-то там было что-то опасное такое. Новый босс. Так, 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 новый босс. Уровень 3.10. Новый босс. Так, и дорожка ведет нас все дальше и дальше. Так, ну, пожалуй, на этом пока все. То есть не будем сейчас бить нового босса. Оставим это на потом. Пока же посмотрим, что у нас происходит с белыми силами. А именно снимем звездочки с уже прокачанных Некса сил. Так, и вот еще одна. Проблема 3 в одном. Снимаем звездочку. Итого 10 уровень силы на белых щитах. Отличненько. Ну что ж, на этом все. Если тебе понравилось видео, ставь лайк и подписывайся на наш канал. Кстати, все Некса силы поштучно вы можете найти на нашем канале в отдельном видео. Подойдет для любых устройств с наличием камеры, так как силы будут сканироваться поштучно, не требует очень хорошей камеры. Также вы можете найти видео с конкретными щитами, то есть белые, желтые, красные там, или запретные силы в сборке. То есть там сразу на одной картинке будет несколько Некса сил. Как вам будет удобнее, так и сканируйте. Что ж, пришло время заканчивать этот ролик. До встречи и спасибо за просмотр.